Интенсивные снегопады стали непростым испытанием для городских служб управляющих компаний Пскова. В зоне ответственности администрации города, дорогах, мостах и других общественных местах работа началась незамедлительно. Специализированная техника работает фактически круглосуточно, заключен договор и начался вывоз снега на полигоны. А вот управляйки не все справились с первым вызовом зимы. Наибольшее количество жалоб, которые к нам поступают, это непосредственно про дворовые территории, самое большое. И здесь мы все-таки, как администрация города, ну, с точки зрения даже законодательства, не можем повлиять на управляющие компании, кроме как конструктивного диалога. Весь штат, который был необходим, он набран до начала зимы, то есть той ситуации, как в прошлом году, что у нас дворников неожиданно не оказалось в январе месяце, в этом году такой ситуации нет. Также администрация города мониторит за счет чата с непосредственно компания обслуживающая, ну, в данном случае это Запскови Завеличи, здесь в реальном времени выбрасываются фотографии, да, мастерами, которые делаются, то есть вот очистка автобусных остановок, как происходит. Дальше, продолжение очистки автобусных остановок, то есть качество уборки и все остальное. Трудности в основном сейчас возникают с уборкой снега в тех местах, где стоят машины, то бишь ставятся на ночь под знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта. Это и в ночь, и в день. Вопрос решается, держится в онлайн-режиме, все на прямом контакте, но не все автолюбители у нас такие законопослушные. Вывоз снега осуществляется с 7 утра до 6 утра. Начинаем с широких улиц, особенно трехполосных, чтобы в час пик граждан не беспокоить. Были сутки, 4 цикла выполняем. То есть это колоссальный объем работы. Мы с мостов, с мостовых сооружений за эту ночь, только мосты, вывезли 2000 кубов снега. Интенсивность снега у нас не было такой и нет возможности убрать это моментально. Да, ночью мы будем стараться максимально расчистить остановочные комплексы и пешеходные переходы. Такие обильные осадки, не месячные осадки в один день. Мы готовы к работе. У нас закуплены материалы, реагенты, техника есть. Мы видим, что на нем образовался снежный покров. Ну, я думаю, что 40 сантиметров. И по нему видно, что за этот период времени сколько выпало снега в городе Пскове. Мы привыкли к тому, что в последние годы заканчивались, то есть начинался снежный покров, установление снежного покрова в начале декабря. Вот. Тут он у нас установился уже 18 ноября. Завтра-послезавтра должен будет уже закончиться. Вот. И потом 12-го ожидается очередная порция. Работа по уборке Пскова продолжается. Сейчас подавляющее большинство городских дорог приведено в нормативное состояние. Администрация муниципалитета продолжает прикладывать все усилия по очистке Пскова от снега. Управляющие компании пока не все выполнили необходимый объем работ по уборке дворов и проездов. Однако, учитывая, что погода дала нам небольшую передышку, будем надеяться, и они в ближайшее время справятся со своей задачей.